Дорогие мои друзья, подписчики и новые зрители, я продолжаю вам рассказывать про наш отдых в Египте, в Шарм-эль-Шейхе, и сегодня мы отправимся на шоу крокодилов. Сначала на этом шоу было выступление жонглера с факелами, вот такими светящимися штуками. Он жонглировал, разные круги описывал. Было, в принципе, достаточно эффектно все это выглядело. Затем был такой же жонглер или танцор, я даже не знаю, как сказать, танец в юбке. Такая специальная юбка, может, кто-то видел уже подобное шоу, во многих странах такие ездят. Он ее крутит всяко-разно, затем он ее снимает, крутит на шее, в руках и так далее. Ну, в принципе, тоже было интересно, мне это было все впервые. И затем уже вылезли крокодилы. Это шоу стоило $15 на человека. Находилось оно в городе, это место. За нами приехали, автобус небольшой отвез группу, кто купил эту экскурсию. И минут 15 примерно мы ехали, привезли нас туда. И вот мы зашли в такое заведение, оно было открыто. Вот такая сцена небольшая, вернее не сцена, а бассейн специальный для крокодилов, то есть он стационарный, постоянно там находится. Как я понимаю, это шоу из Таиланда, это тайцы, такие дрессировщики крокодилов, они по всему миру, насколько я знаю, путешествуют, и вот всякие разные страшные штуки делают с крокодилами, и руки туда они суют, и голову они суют, и за хвост они их таскают, и все такое. В общем-то, довольно-таки зрелищно, особенно для тех, кто первый раз, я тогда тоже смотрела первый раз, меня это впечатление произвело. Крокодилы огромные, страшные. Не нужно, наверное, мне рассказывать, какая сила сжатия у них челюстей. И риск, конечно, у дрессировщиков есть большой. Так что вот, в принципе, рекомендую. Стоит это недорого. Посмотреть интересно. И вот это заведение, мы потом погуляли, там такая территория, в принципе, симпатичная, уже стемнело, разные фигурки, газоны, стрижены деревья, растения. И вот такой интересный ручей там течет из пены почему-то, не просто вода, а пена, не знаю, что это такое. Вот помещение такое небольшое, там какие-то чучелы, птичка какая-то вот с яйцами, черепаха и крокодил огромный, это настоящее чучело. Вот все, конечно, с ними фотографируются, залазят вот так же, как и мы. В принципе, интересно поиграть. Такая вот игрушка для детей и взрослых. Он несколько потрепан, конечно, вот каждый вот так вот садится. Все, на этом все, до свидания, всем подписывайтесь, ждите новый ролик, всем пока!